Всем привет! Футбола сегодня нету. Вернее, он там есть, но он какой-то днищенский, какой-то Левант играет. Да нахуй он нужен? В общем, подождем РПЛ, ребята. Вот, через уже послезавтра будет РПЛ. Вот. Ну а сегодня баскетбол, хороший баскетбол, Евролига. Матч между Эфесом и ЦСКА. Вот такой матч. Что можно сказать о командах? Ну, ЦСКА последние два матча выиграл. Причем выиграл, так сказать, с натягом, да? В обеих матчах ЦСКА вел 20 очков. В одном матче 25 вел, во втором матче 21 вел. И в итоге они чуть не проиграли матч. С Олимпиакосом они вели 25 очков, причем за середине третьей четверти. И чуть не проиграли этот матч. Там они выиграли, по-моему, в одно очко. А в последнем матче они сыграли с Маккаби. Они за 30 секунд до конца третьей четверти вели 21 очко. В итоге они чуть не просрали этот матч. Разбазарили снова 21 очко. Это просто пиздец. Но у ЦСКА все практически вернулись в строй. Шенгелия вернулся. Джеймс тоже вернулся после США, после похорон. В общем-то и Джеймс в очень хорошей форме. Видно, что он хочет играть. Просто рвет, мечет. Вот. Но в обороне там пизда. То есть самая настоящая пизда. Большая такая. Потому что пропускает очень много. Это видно, что в обороне херово играет. Да, кстати, вот ЦСКА еще Клайберн вернулся. И очень много забивает, кстати. Плюс у ЦСКА еще они центрового одного купили, какого-то еще там одного, Лего. Вот, у ЦСКА очень сильный состав сейчас. Очень сильный. Наверное, сильнее у ЦСКА состава, чем был ранее. Ну что, до травм там Шенгели, Кляйберна, да? Потому что, состав сильный, но пока не могут они найти свою игру. Вернее, в атаке там все прекрасно. В принципе, забивают довольно-таки много. Но в обороне там просто пизда. Повторяю, они два матча, по сути, слили во второй половине. Вот. Причем соперники не такие уж сильные были. Вот. Что такое Эфес? Эфес сейчас, наверное, первая команда по потенциалу в Евролиге. Очень сильно, очень много забивает. Очень много выигрывает. И с крупными счетами. Вот, и я думаю, в этом матче Эфес разъебет. Разъебет он и ЦСКА. ЦСКА не разъебет. Почему они разъебут ЦСКА? Потому что ЦСКА нет сейчас обороны. Нельзя играть так без обороны. А Эфес забивает каждый матч чуть ли там не по 100 очков. Причем такими командами, которые вовсе не играют только в атаку. По 106 забивает, по 95 и тому подобное. И ЦСКА, я думаю, пропустит от них довольно-таки много. И, скорее всего, Эфес выиграет очков 15 у ЦСКА. Вот. Но у меня на этот матч будет два прогноза, две ставки. Первая ставка – это индивидуальный тотал Эфеса больше 85,5, за коэффициент 1,85. Вторая – Эфес очень силен в атаке, а ЦСКА сейчас слаб. И думаю, он нахерачит. Нахерачит им Эфес. Я думаю, там где-то 92-95 будет. Вот, это первая ставка. Вторая ставка, второй прогноз, это общий тотал больше 167,5. Вот, я думаю, что матч будет очень атакующий. Команда, в принципе, играет очень много в атаку. В обороне стараются не играть, особенно ЦСКА. И думаю, 167 это вполне преодолимый тотал. Вот таких два прогноза на сегодняшний день баскетбольный. Я думаю, они зайдут. Всем пока.